Здравствуйте, с вами магазин Кадо. И сегодня я бы хотел сказать о том, чем отличаются опрыскиватели Демартино от остальных опрыскивателей. Самый важный момент – это то, что Демартино представляет разнообразные запасные части для опрыскивателей, как для ручных, так и для помповых. Если опрыскиватель не работает, то есть какие-то резиночки, прокладки вышли из строя, это можно купить отдельно и поменять самостоятельно. Это все делать очень просто. Есть комплекты, которые включают в себя ремешки, комплекты форсунок, комплекты вот такие с шариком стальным. На каждой блистерной упаковке сзади показано красным цветом, что это за ремкомплект и как это можно поменять. Также, если выходит из строя помпа, можно приобрести отдельно помпу. Помпы Демартино для опрыскивателей, они все стандартные, подходят к любым опрыскивателям. Как к большим любого объема, так и для небольших опрыскивателей. Легкая замена. В наличии запасные части. И вы самостоятельно всегда сможете все это поменять. Важный момент. В опрыскивателях Демартино нагнетается давление до 3 атмосфер. Поэтому в комплекте, например, вот к опрыскивателю Мэри и к любым опрыскивателям, в комплекте идет вот такой ключик. Этот пластиковый ключ позволяет закрутить клапаны в достаточной мере для того, чтобы давление в 3 атмосферы спокойно это все выдерживало. Руками закрутить это не получится. То есть вот эти клапаны, они легко закручиваются руками, но необходимо обязательно для герметичности воспользоваться ключом, который в комплекте. Если ваш опрыскиватель не держит давление, прежде всего нужно проверить именно клапан, насколько хорошо он плотно закручен. Например, в опрыскивателе Мэри в комплекте идут еще дополнительная сеточка для фильтрации, ремешок, дополнительные насадки для распыления с уплотняющей резинкой. Переноска опрыскивателя, то есть заправка опрыскивателя осуществляется легко через большую горловину 10 сантиметров. Переноску можно осуществлять как на плече, так и воспользовавшись как ручкой. Вот этой частью насоса. Удобное крепление. Сама штанга имеет внутри дополнительный фильтр тонкой очистки, который снимается легко, раскручивается, снимается, и вы можете его промывать. Отдельно нужно сказать про гарантию на колбу. Гарантия на колбу составляет 3 года. Гарантия от производителя. По факту колбы из строя не выходят никогда. Это очень толстый пластик, экологически чистый пластик. Он делается из перерабатываемого материала. Колба выдерживает гораздо больше, чем 3 атмосферы. Но клапан, специальный клапан, он не позволит вам накачать больше, чем 3 атмосферы. Пользуйтесь опрыскивателями Демартино. Более 50 лет Демартино уже изготавливает на своем заводе в Италии
эти замечательные опрыскиватели. Пользуйтесь опрыскивателями. Покупайте лучшее. А лучшие опрыскиватели — это Димартино. Покупайте лучшее, про остальное забудьте.